Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Итак, дамы и господа, включите свое музыкальное настроение. Этот трек. Насколько я опоздал? На 5 дней. Этот трек. У Кая, Майса и у Ели Плак произошел биф. Вы заебали все пи***ть, у вас ничего нет своего. Ну, тут даже разбираться не надо. Йоу, давно не виделись, давно не было плагиатов, за это время вышло куча разных треков и такое же количество новых артистов, включая так. Еще одного секретного исполнителя, которого я также покажу в этом выпуске. Можете попробовать догадаться, кто это, но у вас все равно... Какая у него ровная линия роста? Ирта Самкин. Но уникальность ее в том, что она в роли оригинала. Такое же вступление. Этим вечером место уже намечено. С друзьями мы легенды, косплеем тайное вечер. Ты слышишь мой голос и улетаешь в рай. Нам не сияет правда. Одинаково. За 50 рублей звоню прямо сейчас. Только сейчас, подождите, я просто хотел сказать, за 50 рублей и повысить донат до 150. Что-то я, ой, ну что-то затупил, сори. Эндрю Ресто, блядь, я набираю, нахуй, что за хуйня, блядь? Не, ну вообще, ну я бы не сказал, что прям идеально похоже, блядь. Какой хук? Ну, блядь, да хуй, ну... Не, есть похожее. Ну, а и ритмика, типа, другая. Ну, типа, хуй пойми. Самое забавное, что плагиат вышел на 1 апреля. Блядь! Ну, если это какая-то первоапрельская шутка, это то, жесткий, да, трек можно оценить на один день. Да, я знаю, что у Самки также это не оригинальный трек. У меня уже был ролик по этому поводу, кто захочет. Так и мы не у нее спиздили. Бля, не, ну хорошо то, что до меня не доебались вообще. Но жалко то, что наоборот не доебались, потому что, блядь, ну, мое исполнение самое охуенное, да? Не вставили. Можете посмотреть. Но самое прикольное, знаете что? В том ролике я сказал, что, бля, мне этот трек Самки что-то так сильно напоминал. Но, оказывается, не напоминал то, что я тогда показал. Бит инстасамки. Я думал, откуда это? Ну, в общем, вот отсюда. Ну тоже есть, но, блядь, там чуть-чуть ритмика сбитая. Ну и хуй пойми, это же клубняк. Это типа во всех клубниках вот это есть. Бум-бум-бум-бум. Ну вот эти вот звуки, я не знаю, как они называются. Бум-бум-бум-бум. Степа скинул плагиат Кая и Майса. Это новые артисты, давайте послушаем. Бля, вот бы ему закинули нахуй Фараон, блядь, Пинк Флойд и пятерка донат. Вот это, если бы ему закинули, ебать, он бы охуел. Да не, я бы не хотел бы отмазываться, я наоборот бы хотел бы, чтобы, оказывается, трек бы был бы спиженным, и он бы получил бы вторую жизнь, его бы послушали. Вот, ну, мне там до сих пор, я как бы не нравлюсь, да, потому что там, ну, нахуя мне автотюна добавили, хотя, блядь, его не надо было добавлять. Я даже не разъебал, ничего, просто, блядь, ткнул, сказал, типа, вот. Не, ну да, я еще раз переслушаю, что за хуйня вообще. Блядь, ему плагиаты ЛПшки закидывали, он не взял. Ну, ну, блядь, зато это надо взять, это факт. Ща. Еще раз, блядь, ну... Такое не, же не. Вступление. Этим вечером место уже намечено. С друзьями мы легенды, косплеем тайное вечер. Ты слышишь мой голос и улетаешь в рай. Нам не сияет правда. Бля, ну, ну хуй знает. Бля, хуй знает реально. Одинаковый хук. Ресторан, ресторан. Ресторан. Нет. Да ну, бля, ну, хуй пойми.
Блять, клубняк клубняком. Мне кажется, блять, можно просто какой-то клубняк еще взять. И то же самое будет. Тем хуже. Хочу все равно доебаться. Я облился, кстати, потому что разговаривал, когда пил. Охуенно. О, алло. А, алло. Алло, да. Лига Кубизма Мьюзик? Ты спал, что ли? В наличии. Нет. Прости, братанчик, что разбудил нахуй нахер. Ты не спал. Мне надо вот эту вот информацию по поводу того, что на нас жесткое разоблачение вышло. На канале Тайлер. Кто? С Эндрю Рэс там на нас вышло жесткое разоблачение. Вообще я там не фигурирую, но мне интересно. А. А что надо? Я хочу связаться с Эндрю Рестом и обсосать эту тему, нахуй. Рэ. Ага. Ага. Так. Ну. Я сейчас ему позвоню, спрошу. Еба, да ну нахуй. Ну, про видео-то он знает. Ну так я хочу его мнение узнать, типа, вообще, что он скажет. А. Но я без быка, братанчик. Если ты думаешь, что я хочу быкануть. Бля, скажи, ты что-то. Ты хапанул что-то типа мокрого, блядь, или что? В смысле? Ну ты спал или мокрого хапанул? Что ты, блядь, ты как-то. Не, я не спал. У меня все спят. Я вообще в отпуске как бы. В каком? Ну, о чем? Мне сидеть 24 часа на 7 работать? Ну, смотреть мои стримы, ну, как минимум, надо. Не, ну я периодически смотрю так. Нормально. Не, ну так ты мне обеспечишь связь со звездой мирового уровня Эндрю Рестом, чтобы мы с ним обсудили, как мы спиздили трек у инстасамки. Я ему позвоню, скажу. Вот. Угу. Там уже посмотрим. Бля, походу он хапанул, ребята, он хапанул какой-то хуйни, походу. Что-то я с ним общался, он не так разговаривает. Алло, здрасте. Алло. Эндрю Рес. Алло, да. Ты украл трек у инстасамки. Так да, так и задумано. Почему мы прохайпили на этом спустя только 4 месяца? Я не знаю, это вопрос к хайперам, к тем, кто раздул. Я бы вообще бы хотел сюда Данилку додать и позвать, потому что я ему заплатил он денег писал за бит. Он писал бит, блядь, давай нахуй конфликты сюда, блядь. Он его мне не писал, бит он его за перебил, мои деньги, блядь. За мои деньги перебил мне бит на ветку, вообще пипец. Слушай, ну я бы не сказал, что прям мега похоже. Ну, но какие-то да. Общие ноты есть, но... Не, блядь. У нас есть рофл, мы... После концерта «Синей ветки» его вкидывали. У нас, короче, есть жесткий мэшап этого бита, но с треком «Инстасамки». А, вместо, да? Вместо нас, да. Не, ну то есть ты все знал с самого начала? Ну, как-то... Ну, это омаж, это как бы вдохновение. Не, ладно, серьезно, ну ты вот честно скажи, вот прям вот глядя в глаза миллионам людей, да? Ну, вот эту нарезку, ага, вот да. Посмотрят 100% больше миллиона людей. Не, ну, если, это был если какой-то без план, рофлов, или это совпадение? Без рофлов и по чесноку мы просто делали, ну, гэрэдж, это как бы жанр такой, угу. Который в себе подразумевает такие, типа, синточки прикольные. Ну, то есть, такой клубный жанр. В принципе, все клубники, они друг на друга похожи. Ну да. Но мы потом просто поняли в процессе, что, типа, это капец похоже на инстасамку, и такие решили просто оставить это, чё, why not? Всё, заебумба. Ну все, пока. Пока! Бля, охуенно! Жестко разобрались, бля, вот эта разборка нахуй века была. Где мне трек Мелшера послушать, блядь? Где мне его уничтожить, разъебать за то, что он надсмехался над моим оберегом? Сейчас. Как меня заебал этот припев ебучий, блять. Он, ну, сука, 40 тиктоков в день. Какой долбоеб снимает, блять, со своим сниппетом ебучим, блять. Вот это мне нравится. Мне начало очень нравится. Может, просто потому, что припев заебал, но мне припев не очень нравится. Но вот этот рано утром, ну, прям прикольно. Будем целоваться, прохожим на зло, разобьем соседний.
держаться под теплым дождем. Давай этим летом будем мы с тобой вдвоем. Может, в это лето окунемся с головой. Давай этим летом будем мы с тобой гулять. Больше в это лето не вернуться нам опять. Блять! Ну, да ладно, я хотел что-то быкануть, но в контексте песни мне даже понравился припев. Но, сука, блять, рифмовать на опять. Вот это прикольное замывание. Ограбим супермаркет, все пропьем. Осуждаю. Блять, Игорь! Спрячемся в кусты, займемся там любовью. Эти дни с тобой я навсегда запомню. Будем побираться и спать под мостом. И никогда не думать о плохом. Давай этим летом будем мы с тобой вдвоем. Может, в это лето окунемся с головой. Давай этим летом будем мы с тобой гулять. Больше в это лето не вернуться нам опять. Вот это вообще. Бля, нихуя себе, коротко, как мой половой акт, конечно. Бля, если бы не уебские две рифмы, прям уебанские, от которых хочется рыгануть, блядь, ну то это прям, ну, мне прям нихуя себе, Игорь. Ну, типа, очень клево, музыкально клево. Но ебучие эти рифмы, нахуй, может быть, все-таки, ну, Игорь не будет писать тексты сам. Блять, если бы еще можно было бы включить в чате писающих обезьянок, чтобы ему полностью, нахуй, отомстить, вот, ну, то тогда нормально было. Долго этого дня, чтобы мы с тобой гуляли до утра. Будем целоваться прохожим на зло, разобьем соседним дом. Меня даже почему-то вот это бесит. Я не знаю почему. Ну вот это рифма, блядь. Очко, окно, вот это, да? Кошек себе заберем. За руки держаться под теплым дождем. Давай этим летом будем мы с тобой вдвоем. Может, в это лето окунемся с головой. Вот это очень клево, ну, типа, и звучит. И рифма, типа, не очевидная, это прикольно. Давай этим летом будем мы с тобой гулять. Больше в это лето не вернуться нам опять. Хуя, блядь, просто перезагрузи чат, блядь, обезьянки включатся. Они не работают уже, нахуй, это проблема не моя. Нихуя не работает, моин. Ограбим супермаркет, все пропьем. Угоним тачку, ее мы разобьем. Блядь, Игорь. Еще мы, нахуя здесь слово мы, блядь. Оно ломает, блядь, ритм, нахуй. Глагол рифманул на глагол, блядь, такой очевидный, блядь. Это вообще просто пиздец. Спрячемся в кусты, займемся там любовью. Эти дни с тобой я навсегда запомню. Вот это прикольно, это хорошо. Будем побираться и спать под мостом. И никогда не думать о плохом. Давай этим летом будем мы с тобой вдвоем. Может, в это лето окунемся с головой. Давай этим летом будем мы с тобой гулять. Больше в это лето не вернуться нам опять. Вот это ебейший момент. Вот это ага, очень, блин, ну прям, ну вот, ну, мне кажется, ну как слушателю может быть похуй. Ну вот, а мне, ну, я это с точки зрения производства прям чекаю, думаю, прикольно.